Говорят, что даже и днем при определенных условиях можно увидеть звезды на небе. Сейчас же, например, ничего не видно, но могу сказать точно, что в этот четверг на экранах кинотеатров вы сможете увидеть не только всеми любимых голливудских звезд, но и звездные баталии и совершенную боевую станцию, прозванную «Звездой смерти» за свою мощь и невообразимые размеры. Мощь, о которой идет речь, беги, неизмеримо. Мы можем остановить их. Наши пути объединились. Надежда есть всегда, даже когда над горизонтом восходит звезда смерти. Именно об этом рассказывает картина «Изгой-1» режиссера Гарретта Эдвардса. Фильм будет интересен всем поклонникам легендарной киносаги «Звездные войны», ведь это так называемый спин-офф, ответвление от главной сюжетной линии. Повествование в картине идет о событиях, которые предшествовали четвертому эпизоду. Узнав о том, что Империя построила самую совершенную боевую станцию, способную уничтожать целые планеты, Альянс повстанцев собирает особый отряд, целью которого являются чертежи совершенного оружия Империи. Если учесть, что бюджет картины оценивается в 200 миллионов долларов, то зрителю явно будет на что полюбоваться. Главные роли в фильме исполнили Фелисити Джонс, Диего Луна, Алан Тьюдик. Пожилая белая женщина. Помнишь меня? Я время. Ты писал мне, потому что тебе нужно время. Говард. Спроси ее, видит ли она меня. Он сидит прямо тут. Он просто появился, да? Я любовь. А вот новая работа талантливого режиссера Дэвида Фрэнкела едва ли порадует зрителя головокружительными спецэффектами, но точно заставит задуматься и подарит массу разнообразных эмоций. Этому способствует и потрясающий актерский состав кинокартины. Уилл Смит, Эдвард Нортон, Кейт Уинслет, Кира Найтли и другие полюбившиеся многим голливудские звезды первой величины. В центре сюжета директор одной из крупнейших рекламных кампаний Нью-Йорка. Внезапная личная трагедия словно цунами смыла все, чем он жил раньше. Главный герой в глубочайшей депрессии. Он не понимает, за что жизнь так несправедлива к нему, и начинает писать письма, задавая вопросы любви, времени и смерти. Как вдруг адресаты решают дать ему ответы, причем лично. Мы только что купили дом. Да. Здрасте. Чем могу помочь? Это дом моих мамы и папы. Будет что посмотреть и любителям пощекотать нервы. Сегодня в российский прокат выходит картина режиссера Шона Бирна «Дары смерти». Речь в фильме пойдет о семье художника по имени Джесси. Герой переезжает в дом своей мечты. Сам Джесси здесь испытывает небывалое вдохновение, граничащее с одержимостью. Но его новые картины жуткие и пугающие. Они открывают портал злу, которое в разных сущностях проникает в этот мир. Очередной избранницей потустороннего становится его дочь Зои. А вот как закончится эта леденящая душу история, мы сможем узнать в кинотеатрах. Серьезно, зачем покупать кран из страны посреди пустыни? Так, я не знаю, что там собрался вешать, но это не выдержит точно. Я Гарри Фолкнер, и я ваш мастер на все руки. Смех продлевает жизнь, а посмеяться, глядя на происходящее в картине «Миссия неадекватна», явно будет над чем. Ведь это безумная и уморительная история обычного американского гражданина по имени Гарри, роль которого в фильме исполнил Николас Кейдж. Будучи и без того весьма чудаковатым и эксцентричным, главный герой переживает приступ. В этот момент к нему и является всемогущий. Однако цель визита весьма прозаична. Ведь ему угодно, чтобы Гарри в одиночку захватил в плен террориста номер один – Усаму Бен Ладена. А самое смешное, что главный герой уверен, что это ему вполне по силам, и отправляется навстречу приключениям. Этот четверг однозначно придется по вкусу всем киноманам. Главное — выбрать тот жанр, который вам по душе.